Гуки домры стираюць усе межы. У Мінск з майстар-класамі прыехала ўраджэнка Беларусі, вядучая дамрыстка Расіі Кацярына Мачалова. На працягу некалькіх дзён яна дзялілася ўласнымі прафесійнымі сакрэтамі з навучэнцамі музычных школ Мінска. Урокі па віртуозным валоданні домры ўзялі таксама музыканты з Маладзечна, Магілёва, Бабруйска і іншых гарадоў Беларусі. Замечательное поколение исполнителей народных инструментов сейчас растет в Республике Беларусь. И это большое счастье. Вот такие встречи, как сегодня, это большое счастье и для нас, и для них. Когда я вижу их горящие глаза и их большой интерес к нашим инструментам. А ведь эти инструменты хоть и считаются русскими, но, в общем-то, это наша общенациональная культура. И русская, и белорусская. И сегодня, конечно же, хочется говорить о музыке, хочется поддерживать этот интерес, чтобы они стали нашей достойной сменой. Пасля майстар-класа Кацярына Мачалова прадэманстравала бездакорнае валоданне домрай на ўласным канцэрце.